Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Она почему-то руки в стороны расставила, как распятие. Вышла. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Татьяну в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Татьяны поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Татьяну, интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она доверит, у нее действительно крест, как распятие. Она может от него отойти, но автоматически возвращается к нему и встает к нему. Хорошо, сканер просканирует этот крест, разрежь крепление, выведи полностью все это из ее биополя вместе со всеми подключенными и сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами и отправляй это в клетку-тюрьму. Он говорит, что это мое спасение. Как я буду без него? Татьяна, это не ваше спасение. То, что находится сейчас в вашем биополе, это подключка. Вы обратились к нам за помощью, поэтому доверьтесь нам. Крест не должен находиться в вашем биополе никак, тем более распятым. Но мы сейчас узнаем, кто это сделал. Вы меня понимаете? Хорошо. Крест клетки. Хорошо, даю команду. На счет три сканер сканирует пространство над головой Татьяны под ногами. 360 градусов вокруг нее. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Татьяны. Находит все. Небес, инсектоид. Инсектоид, да. Рептилоид и 2 грея. Репт и 2 грея. Хорошо. Кто установил крест? Над его клеткой загорается красный маячок. Грей установили. Хорошо, Грей. Кого из вас сегодня на этом кресте распять? Ни при чем. Мы пришли через эгрегор христианский. Христианский. Только она обращалась, что мы решили, что нужно ей собственный крест дать. Вы решили, да? Вы? Да. Вы мы решили, что на этом можно. Цивилизация Греев, да? На этом можно сделать определенную разработку и дать ей то, что она хочет. И что она хочет? Вот меня тебя сейчас спрашивают, что она хочет? Твою собственную церковь, где можно молиться внутри себя. Грей, у вас очень поверхностные знания о наших эгрегорах, но опасность, которую вы сами себя сейчас подвергли вместе с рептилоидом, этой подключкой, очень много людей верят в Творца, и очень многие обращают к нему свои молитвы. Но то, что вы сейчас сделали, это уже перебор. Поэтому сегодня существует такая возможность, если Татьяна захочет, этот крест каждый из вас получит, чтобы вы ощутили все эти эмоции и энергии, которые она ощущала. Вот об этом вы не подумали. Итак, у нас один рептилоид, 2 грея, 1 инсектоид, 1 бес. Сколько находился бес в этом биополе? Какой у нас бес? 9. 9 герц. Хорошо, бес. Слушаю тебя. 1 год и 3 месяца. Хорошо. Сейчас я дам команду на реверс энергии и продолжим нашу дискуссию. Я даю команду тонкой копии Татьяны спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в ее биополе. Каналы выстраиваются, сущности каждый подходит к своему каналу. Выстраиваю также канал от Татьяны к этому кресту. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Татьяне. Усилие потоки в 50 раз. Инсектоид, сколько ты находился в этом биополе? 8 месяцев. Есть у тебя инкубатор? Есть. 1 или 2? 1. Рептилоид с Греем, сколько вы находитесь в этом биополе? 1,5 года. Хорошо. Какой у нас рептилоид, Вера, посмотри. 103. Ты кто, военный или лаборант? Лаборант. Хорошо. Ждем окончания реверса. Что к кресту возвращается? Посмотри, Вера. Мысли возвращаются. Когда он говорил, что она хочет церковь свою собственную, чтобы молиться, он имел в виду, что она просто хочет спокойствия внутри себя, чтобы у нее были правильные мысли, и она могла анализировать. Она не может анализировать, у нее каша, она просто выбрасывает молитвы. Автоматически. А кому она обращается конкретно? Доходят ее молитвы? Кому она обращается к эгрегору, это им хватает. Понятно, то есть она обращается не напрямую к Творцу, а обращается через
эгрегор христианской церкви, я полагаю, сейчас. Или церкви, в которой он находит, да? Христианский эгрегор, идет ответ. Реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Татьяна забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Так как она произносит эти молитвы, так произносятся молитвы в хаосе, в волнении, в панике, в никуда разброс энергии. Это очень важное дополнение, то, что ты сейчас сказала. Потому что это тогда полностью меняет смысл молитвы, если она произносится в таком состоянии. Закончился реверс. Отлично. Хорошо. Начинаем тогда с рептилоида и Грея. Что еще оставили в биополе Татьяны, что я не вытащил? У нее есть ключики, которым крепился крест на руках. Хорошо. Выходите, Грея, отключайте. Возвращайтесь назад, докладывайте о готовности к проверке. Проверка будет проведена сканером несколько миллионов герц. Чтобы ничего не случилось с вами, рекомендую все вытащить. Это лоб, руки, запястья и ноги, щиколотки. Понятно. Как гвозди. Еще обращаюсь к присутствующим, кто находится сейчас в квартире, где живет Татьяна. Бес находится, рептилоида есть плата. Понятно, рептилоид с платами. И без. Хорошо. Грей, сегодня... достали все. Хорошо. Выходит инсектоид. Вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе. Крепление. Инкубатор вытаскивай. Ничего не забывай. Возвращайся назад. Жидкость тоже. Готово. Без. Выходи. Отключайся полностью. Ничего не забывай. Возвращайся назад. У него как сапоги. Длинные. По колено. Понятно. Вытаскивай. Снял. Хорошо. Даю команду на рассинхронизацию Татьяны с бесом, инсектоидом, рептилоидом, двумя греями и этим крестом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Ну вот у нее идет рассинхронизация, она говорит, как я могла свои собственные внутренние силы поменять вот на это все. Закончилось. Хорошо, идем дальше. Включая внутренний белосвет Татьяне, этим светом она выдалит из себя все негативное, патогенное, низкоаббрационное, находящееся в ее биополе, а также все остаточные энергии на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит, выдавливается полностью и формируется перед ней в шар. Пошел процесс. До 100%. Говорит, я забыла про свои ресурсы. Если вы за них забыли, значит, они вам не нужны. Если они вам не нужны, придут рептилоиды и Грея. Шар вышел. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. И даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Подхожу к Татьяне, помогая моей энергии отсигнуть ей все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, опечатывая, растворяя. Есть. Хорошо, проверку все прошли. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связь. Приветствую тебя еще раз. Ли, посмотри, пожалуйста, рептилоид 103, 2 Грея, 1,5 года сидели. Крест установили на эгрегор, вошли. Собираем Греев и крест, рептилоид. Уберу в квартире. Да. Благодарю тебя. Хорошо, рептилоид, я тебя сейчас буду отпускать в квартиру. Ты снимешь все, что ты оставил в этой квартире. После этого я приду, проверю и отпущу тебя первый раз на твою чистоту. Тебе это понятно? Да, ему понятно. Открывается портал в квартиру Татьяны. Рептилоид уходит в этот портал. Дожидается нас. Закрывай, опечатывай, растворяй. Инсектоид готов уходить? Готов. Больше не приходи. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида. Он забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Без. Ты сейчас пойдешь в квартиру, повторяться не буду. Все понятно? Понятно. И еще скажи мне, ты один в квартире или там еще есть черт? Есть, не в квартире, везде, в порталах. Черт приходит, уходит иногда. А кошку кто мучает, черт? Сама мучается, залазит куда не надо. Хорошо, значит, тогда сделаем следующее. Ты все соберешь, что ты оставил там. После этого ты мне покажешь все порталы, которые находятся в этой квартире, я их закрою. После этого, если хочешь, я могу тебе собрать весь негатив, который находится там, а где живет. Как же?
Ну да, я видел, сколько там негатива на видео. Хорошо, открывается портал в дом Татьяны, и бес уходит в этот портал, дожидается нас. Закрывая, печатаю, там растворяю. Коридор гарный. Я о нем и говорю. Коридор, да. С деревянными полами. Там столько поколений прошло по нему. Хорошо, ушел он, закрывая, печатаю, да. Растворяю. Все. Крест у нас забрали, все тоже ушли, да? Клетка пустая. Отлично. Значит, тогда сейчас заправим Татьяну энергиями. Посмотри, сколько Татьяне нужно энергии, какая частота вибрации будет ей полезна. 380-25. 380-25. Значит, три макушку головы Татьяны начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 380% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо, у меня остался еще один вопрос. Если есть такая возможность, я хотел бы услышать комментарий куратора Татьяны насчет этого креста. Может он дать какие-то советы, какие-то рекомендации? Чтобы я мог Нет, озвучить. Он ничего не может дать. Татьяна и так сама все поняла. У нее внутренние ресурсы, которыми она не пользуется, про которые она забыла и не развивает. Отлично. Я благодарю за эту информацию. Она очень полезная.